Память героев Великой Отечественной войны увековечили на здании инспекции Федеральной налоговой службы. С 1934 по 1942 год здесь располагался Ивановский аэроклуб. В стенах этого учреждения были воспитаны 13 героев Советского Союза. Их имена высечены на мемориальной доске. Инициатива увековечить память героев Второй мировой войны принадлежит общественным организациям «Женский союз Надежды России» и «Дети войны». Воплотить проект в жизнь помогли сотрудники налоговой службы. На очереди уже новые идеи и планы. У нас есть программа там, где во время войны были госпитали, то есть мы там намечаем повесить памятные доски. В ближайшее время, до 1 сентября, мы надеемся, что сумеем поставить такую же доску в 25-й школе.